31 июля в Тольятти прошли бои с участием боксеров школы профессионального бокса Жигулевского пивзавода. Максим Чемизов, Ильшат Хуснулгатин и Максим Власов порадовали зрителей своим мастерством. Сегодня мы увидим поединок Ильшата Хуснулгатина. Этот бой для него третий на профессиональном ринге. Громкие аплодисменты! Красный угол, Ильшат Хуснулгатин! Город Самара! В синем углу ринга! В синем углу ринга оппонент Дмитрий Конопка! Город Минск! 16 боев на профессиональном ринге! Под ваши аплодисменты! Thank you.
выйти в центр ринга. Победу техническим нокаутом во втором раунде заслужил Ришат Хастулгатин, город Самара.